посидеть, не поставить вещи на этой остановке негде. Скамейка давно сломана. Единственное, что остается, это укрыться от дождя или снега. Этот остановочный пункт рядом с вокзалом Рязани-1 популярностью не пользуется. Намного проще уехать с любой из остановок на Первомайском проспекте. Да и транспорта здесь ходит немного. Первый и пятый автобус, если верить расписанию. Еще одна остановка, оставшаяся без внимания и ремонта, у заправки рядом с мясокомбинатом. Здесь лавочка в порядке, но сломаны перекрытия, защищающие от дождя и снега. Это же кто-то делает, сами хулигане. Здесь очень красивая была остановка. А вы часто здесь ходите, да? Ну, я тут живу вот здесь. Я хожу в магазин, Сбербанк, пенсию снимаю, хожу. А давно она такая вот? Давно уже. Сначала пробили здесь вот все. У них сломали то, что здесь было. Остановка была очень хорошая. Народ сейчас плохой. Ситуацию с состоянием остановок прокомментировали в пресс-службе администрации Рязани. Там отметили, что лавочки починят, подкрасят, выпрямят замятины. А вот пластиковые перекрытия пока ставить не будут. Их часто ломают, и у дирекции по благоустройству города не хватает средств и людей, чтобы постоянно делать замену. Сейчас обсуждается, как восстановить остановку в районе мясокомбината, чтобы перекрытия послужили дольше. Надо отметить, что самое обсуждаемое ЧП с остановкой произошло в августе прошлого года. В Приокском жители сфотографировали упавший остановочный пункт на улице Бронной. Он находился в аварийном состоянии, но после публикации в соцсетях его быстро отремонтировали. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».